Всем привет, народ, с вами Гунат, и сегодня мы поговорим о плохих приметах. Что ж, погнали! На самом деле, я не совсем понимаю, зачем люди верят в это говно. Ну, подумайте, это же как-то по-тупому, что ли, как, я даже не знаю, как это назвать. Ну, давайте затронем хотя бы самую популярную из этих примет. Это то, что если кот дорогу перейдет, черный кот, тогда, ну, день будет хуёвым, как говорится. Итак, эту хуйню мы будем опровергать. Ну, что я могу сказать? Первое. Животное ни в чем не виновато. Может, это ваша вина, то, что вы рукожопы, или то, что вы нихуя не умеете держать язык за зубами, пиздите всем налево-направо, а потом у вас вот так вот получается. А во-вторых, ну, я даже не знаю. Может, вы, блядь, не выспались, и из-за этого у вас нахуй что-то не прет. Поэтому не стоит верить в эту хуйню, я вам так скажу. Это из моего личного опыта. Так, с первой приметой разобрались, значит, идем дальше. Вторая примета — это, ну, если, типа, вы будете спать ногами к двери, ну, получается, если ноги будут направлены к двери, то, типа, что-то будет не очень пиздато. В этом случае надо просто подумать. Ну, подумаешь, человек спит ногами к двери, чего тут такого? Говорят, так трупы выносят, но, блядь, человек спит, никого не трогает, и к нему в дом, нахуй, никто не вламывается, вдруг он, нахуй, вообще заперся, кто его может, нахуй, ёбнуть или что-нибудь такое, блядь, сделать? Вот действительно, блядь, пиздец какой-то. Ох, я заебался. Ладно, давайте последнюю примету разберем и все. Так, последняя примета — это типа, если ты перешагнешь через конечность человека и не перешагнешь обратно, то она у него не будет расти. Что ж, ну, расскажу вам свою историю или свою версию, ну, как сказать. Я сам это вообще-то испытал. Был у меня когда-то друг, и однажды я через него перепрыгнул. Да, короче, это было... Сколько? 6 лет назад это было. И он мне, короче, такой говорит: братан, типа, перепрыгни обратно, вдруг нахуй я вообще расти не буду. Я ему говорю: да не боись, несы, это все хуйня, короче. Ну и спустя 6 лет, что вы думаете, блядь? Он вымахал, блядь, просто, я не знаю, ну, блядь, он выше меня, пиздец. Какая-то кобыла передумала свет, хуя себе, я подумал, блядь. Ну это что такое? Хуйня, короче, а не приметы, вот и все. А если вы верите в приметы, то я сразу вам советую, переставайте верить в эту хуйню, это все неправда. С вами ничего плохого не случится, если вы сами того не пожелаете. Что ж, я был объективен настолько, насколько это возможно. Хотя, может, я пижу, но да ладно. Что это, блядь, за слово такое? Ну, блядь, добавим его в словарь тупых слов. Что ж, ничего тут не поделаешь. Ладно, ребят, думаю, тут стоит закончить. Ох, я выговорился достаточно, чтобы вы поняли, я так понимаю, вы же поймете. Ох, ну что ж, блядь, я буду заканчивать, короче, все, всем пока, короче, подписывайтесь, бля-бля-бля-бля. Что-то заговорился, ну да ладно. Ладно, всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ах да, в прошлом ролике не было няшек, так вот, держите их.